Мы наладили систему выплат через Севастополь почту пенсии. Сейчас нам надо обеспечить выплату зарплаты работникам бюджетных учреждений. Мы собрали главных распорядителей. Вчера были консультации с Федеральной службой казначейства. И всем главным распорядителям доведен механизм оформления документов и предоставления необходимых, которые позволят обеспечить выплату заработной платы бюджетным учреждениям. Учитывая то состояние банковской системы, естественно, есть некоторый, скажем так, переходной период, который мы сейчас проговорили со всеми главными распорядителями, они задали уточняющие вопросы, и мы надеемся, буквально вот в ближайшие дни мы начнем осуществлять выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений. Пока у нас два уполномоченных банка, это Черноморский банк реконструкции и развития и банк Морской. Вот как бы сейчас пока на их базе будем попытаться провести вот эти выплаты.